Доброго всем времени суток, с вами Тексер, средневековая династия. И в отличие от алкаша-фермера Казимира, тут у нас хозяйство крепкое. Так, что у меня в сундуке хорошего? Ай, хорошего-то ничего. Молотки побитые. Уф, Казимира. А у меня тут меховые сапоги, да. А меховый капюшон нафиг не нужен. А вот обувь Казимира дайте мне сюда. Так, как-то так это все будет. Что у меня? У меня бездельники крестьяне. Хотя частично они уже смылись. Пацанчик, это кто? Бездарь, я понял. Ну ты кузнец, видимо. Хотя черт тебя знает. В модных кожаных перчатках. Да, не занимался пока одеждой своих крестьян. Ты в чем? Ну, в анучах каких-то сидят. Ладно, процесс должен идти, весна, все такое. Пойдем на поле, посмотрим. А весна весной, а крестьяне стоят и ссут. Ну, вряд ли, это женщина. А, тупо смотрят на поля. Болемир Добровое. Так, Добровое, чем это занято? Лесоруб. А, лесоруб стоит, смотрит на лес. Этот вернулся, козел. Ну ладно. Так, в принципе, все у нас нормально. А, детеныш вышел. Нормально. Это его пост. Он здесь следит за солнцем. Так. В поля никто не идет. Ну, оно и понятно. Им рано еще в поля идти. Мир. Сдается мне он кузнец. Ну, черт его знает. Так. Я хотел поставить дом, чтобы у меня было больше фермерских работников. Погодите. Ты что? Болибор. Чем я тебе могу помочь, товарищ? А, хотите денег? Хочу денег. А мне железо, иди, я не шахтер. Так, все, встали, пошли. Работать. Мне в конце концов нужно, чтобы вы сеяли. Так, пошли дальше. Квестов у меня нету. Пропавший лук. Ага, спасибо. Про лук мы знаем. Так, здание. Охота. Что не так? Рыбацкая хижина. Там что-то не хватает, по-моему. Ну, блин, почему надо залезать? Нет ресурсов. Хорошо. Так, сельское хозяйство. Амбар. Нет каких-то ресурсов опять. Каких? Разных. Понял. Животноводство. Курятник. Работника нет. А знаете, почему работника нет? Петуха я так и не продал. А работника нет, потому что опять кто-то в декрет ушел. Ну, что лавки его постанет. Ресурсов каких нет? А, ну, короче, чего-то вот для этого нет. Деревянных тарелок нет. Сильно. Вот это сильно. Так, с курятником тоже надо разбираться, я понимаю. Ну, с тарелками это еще круче. Тут 4 тарелки. Шапка с творотом. Так, возможно, тут тарелки. 9. А, глиняная. Погодите, тарелки. А что у нас делает товарищ мастеровой? Мастерская. Тарелки. А немножко по тарелочкам приударим. Все, фигач. Так. Ну что ж. А тут живут. Факел бери. Да явно живут. Я ж туда людей отправлял. Тут живут мои полевые работники новые. Ну, может, там не все полевые работники, но... Но живут. Блин, в полях ни одна сволочь не работает. Удобрить. Цыпленок.
Так они бегали. Там мечется кто-то с бешеной скоростью. Так, удобрения. Они здесь? Навоз есть. Навоз охренели он. Удобрения 9. Так, ну а 9 удобрений могли бы взять. Давайте я по удобрениям пройду. А что нам нужно? Ну, для удобрений, по-моему, нужна солома. Ну и навоз. Так, по-моему, там-то происходит все. Хотя оно с соломой крыто. Странно. Пойдем посмотрим. Работаете? Молодцы. Корм. Два зерна. Солома, глина, штукатурка. Удобрения. Недостаточно ресурсов? А, ну это у меня недостаточно. Так, навоз. Два. Сейчас я вам устрою. Блин, феодалы заставляют навоз месить. Охренеть. В конец оборзевшие. Так, два, да? То есть я 200 навоз я могу взять, если это я... ну чаш дофига, да. Блин, я допру это. Я донесу. Так попробуйте мне сказать, что у вас удобрений нет, козлы. Весна, надо сеять, а они тут фигнёй занимаются. Хотя, возможно, поздно сеять уже. Зимой надо было... Надо было мне не шляться, мне надо было весну готовить там. Тысячу удобрений, все такое. Что ходите унылые рожи? Чего тут стоите? Так. А у меня 208 его, поэтому создать надо 104. А чё я мучаюсь-то? Пожалуйста, фигач. О, это быстро. По-моему, даже какая-то музыка пошла. Там что-то за меня за спиной шкрябают. Ох, я сейчас, наверное, XP получу. Я не уверен, конечно. Но могу же. Я босиком, кстати. Мои босые ноги внизу. Ну и мне кажется, раз удобрения 9 штук лежат в этом сундуке, значит туда они его и складывают. Ну это же центральный амбар как-то. У него складывают. Вряд ли здесь оно лежит. Хотя, по логике, можно и тут, наверное. Я пока затрудняюсь тут. Пока. Я так и буду тут затрудняться вечно с тем, какие сундуки для чего нужны. Зачем нужны сундуки в зданиях крафтерских? Черт его знает. Все берется и все кладется в центральный амбар. Не знаю. Ну, сейчас я им намесю. И я надеюсь, они пойдут окучивать. На самом деле, 104 это ни о чем. Это три поля посыпать. За моей спиной явно что-то происходит. То есть, они что-то фигачат. Работа не скоро. У меня вряд ли что-то не ясно, конечно. Ну. Кстати, сейчас из навоза, удобрения делают из навоза напрямую. Раньше они с соломы делались. Надо этим горе-фермерам поднять, так сказать, запрос на большое количество навоза. Ну, что там молачивает? Что он там обмолачивает? Вот эти полевые работники, хрен ли тут стоят? Возможно, баг какой-то, кстати. То есть у меня один амбарный работник, который там что-то делает. Что он обмолачивает, я не могу сказать. А вот эти три это полевые работники. Но они в поля не идут. Так. Держите. Держите. Стоят. Так, я повозился с навозом и стал пахнуть. На самом деле не так, но очень на то похоже. Так.
Факел в задницу хочешь, зараза? Так. Выходи отсюда. Блин, ты мне... Там тебя влезть-то. Во. Он опять туда пошел. Вылези отсюда. Так. Куда ты опять? Чего все тут стоите? Ладно, я вам принесу сюда удобрение. Я не уверен, что им это надо делать, но... Я могу на самом деле сам поля удобрить. Хорошо. Я просто не понимаю, как это все происходит. Хорошо, тридцатка удобрения будет лежать у них там. Они сейчас должны удобрять и сеять. Я сейчас пойду посмотрю на поля. Что там вообще происходит? Да хватит тут задыхаться. Тихостик. Да дай пройду. Андерлок. Господи, достали-то как. Подвинься нахрен. Оба. И? Зараза. Так, пойду водички попью. Попью, успокоюсь. Ботинки одену. Так, инвентарь. Сейчас будем разбираться. Так, есть. Итак, ваш вонючий феодал к вам пришел. Вот этот товарищ пашет. Так, ты у нас Дагмара и Ядвига. А, давайте поближе взглянем. Амбар, посевы. Нет инструмента, сумка. Все, я понял. Так, курица одним днем не сдохла. А вот сумка, да. Хрю. Швец-то я единственный. Так. Лугу забери. Не знаю, все бери. Так, сейчас мы зафигачим вам сумочек-то. Так, сумки, сумки, сумки. Рюкзаки и сумки. Погодите. Разное. Обычный мешок. Сумка. Так, вот подолговечнее. Так. Давайте 6 сумок на всю ткань. Я просто хочу им сделать подолговечнее. А, кстати, я даже не знаю, еще базовые делаются. А, посмотри, они, наверное, напрямую из кожи делаются. Но они пипецки недолговечные. Мне, по-моему, хватало на одно или на два поля. То есть прям быстро кончалось. Вот, 6 сумок на 3 рыла, я думаю, прям надолго хватит. А там они миллионы, надеюсь, посеют. Рубашка у меня не очень. Ну ладно. Когда-нибудь я все это улучшу. Когда-нибудь. Ой, кузнец что-то там стучит. Да, видите, это из кожи. То есть я этих могу создать просто гору. А Ален, я, может быть, зря Ален махнул. Может, не надо было. Ну ладно. Так. Пошли сумки раскладывать. Я думаю, на склад нормально будет. А я хотел построить дом и позвать людей. Потому что мне нужно больше фермеров.
Ща поглядим. Сумки 7. Да, все 7 забирайте. Окей. Смотрим. Надеюсь, они телепортировались. Нет инструмента. Сумка. Сумка есть. Оп! А ты что руками крутишь? У тебя тоже сумка есть. Тетки пошли, тетки увидели сумку. Этот козел стоит. Иди работать, дятел. То свои эти птицеводы задвину. О. Иди. Не хочешь сейчас туда уходить. Ай. Иди отсюда. Так, теперь туда. Иди на улицу. Да-да, и там стой. Пошел. Так, ты кем работаешь? Ты же посевным работаешь. Амбар, посевы. Нет инструмента, сумка. Тебе в какое место сумку засунуть надо? Две тетки пошли. Там 7 сумок. 7! Давай я сумку положу в амбар одну. Так, взяли в итоге одну сумку. Единственную. Я не знаю, может нужна простая сумка, вот та, которая за копейки. Кожаная. Давай сюда сумку положу. Чувак, там сумка лежит. Ну, тетки, кстати, тоже не сразу среагировали. Оп. И пошел. Вот так вот. Все очень непросто с этим. Просто непросто. И ведь они стоят, молчат. Так, помоюсь. Бегаю скунс-скунсом. Причем я бегаю, они ходят. Он только что с неба спустился, я видел. Так, ладно. Навыки. О, я что-то тут апнул. Ремесленные занятия. Так, хорошо. Строитель. Медленно ломаются молотки. Это приятно, конечно. Быстрее производство, быстрее это. В таверне ускорено 10%. Это у меня, да? Давайте пускай у меня медленнее ломаются молотки. Так, дерево технологии. Я что-то сделал. Дровяной сарай 2. Ну, даже... у шахты 5000, охренеть. Так. Ну, тут долго. Почти дотянул до конюшни. Две 500 базарная палата. Тут плыть. Ладно, хорошо. Я вижу, что я голодаю. Перекусили. Ты молодец. Что сеем? Капусту. А, лен посеян. А, вздрыхлить. Дайте угадаю, тут хрен сказал, что его мотыги нет. Вот тебе мотыги есть. Молодец. Тетки работают, мужик там сидит. Посадить. Ну, капуста посажена нормально. Вот, пришел третий дятел. Фу.
Я их выгнал, наконец, в работу. Да, меня спрашивают, почему они... Вот у меня дом поштукатурен, почему у меня другие не штукатурю? Я хочу каменные сделать, а потом уже штукатурить. Оп, мешок, все. Я их выгнал работать, отлично. Теперь можно дома строить. Я хотел еще дом. Мне нужны птичники, мне нужны опять полевые работники. Поэтому я сейчас по бревнам. Ну, я их худо-бедно выпер. Я не знаю, может, где-то у меня еще тут проблемы. Тут вроде инструментов до хрена. Так. Я что это столько-то беру? Ну, давай столько возьмем. Так. А птичник 2 у меня еще не открылся? Мне кажется, нет. Так. Так. Ну, поперли. Постройка. Дома. Дом. Оп, только что было. Меня устроит. Да, я пока строю бревенчатый. В каменный потом можно переделать. Все. В каменный потом можно переделать. Пока бревенчатый. Потому что камней у меня, мягко говоря, не вагон. 22. 22 камня это вот ни о чем. Известняк для утепления каменных стен. А, каменный. Не штукатуркой, что утепляется? Ладно, потом посмотрим. Льняная нить у меня тут лежит. 69. А, нет, одна льняная нить. Семки. Меха 66 надо унести, кстати, отсюда. Навозия опять 1000 с чем-то. Штукатурка 70. Заштукатурить можно прилично. Так, ладно. Бревно. А потом по деревням шакалить в поисках людей, которые придут ко мне работать. Двоих надо опять, парочку. Блин, плодиться будут. Опять в декрет поуходят, зараза. А самое смешное, вот да, мелкие вырастут, та же самая ботва будет. Им нужны дома, потом они пойдут в декреты, ведь пойдут. Потом опять пойдут мелкие, потом опять дома, опять декреты, и так и будет крутиться бедный феодал, как не знаю кто. Ну, что вот поделать? Негде людям жить. А, это еще мелкие не выросли. Так. Сейчас опять у кого-то там будет проблемы. Топора нет, еще чего-то нет. Опять мне проблемы решать. Прям никак деревня сама по себе не живет. Нельзя тут закольцевать как бы производство, чтобы все для всех производили. Черта с два. Феодал должен работать. Ну как, кстати, так и не продали, зараза. Я пометил его для продажи, но эта пометка ничего не дала. Прям хоть съешь его. Вариант, конечно. Хрюндели, хватит под ноги попадаться. Ты ж мелкий, а вреда от тебя. Какая-то соломенная крыша, деревянная. Так, а там какая? Крыша из дранки, доска. Давай крышу из дранки. Так, тут. А, там надо с улицы.
Так, из дранки. Чё, мне бревен-то не жалко так. А на каждую крышу из дрянки нужно из дрянки. Нужно по одному бревну. Раз бревно. Три бревна. Три бревна и... До хрена досок. А, но это крыша из дрянки, это вот та прямая. Так, ладно. Если что, я сам досок напилю. Опа. Похоже, сам пойду пилить сейчас. А дело к вечеру, когда я буду людей заманивать. Хрен его знает. 28 просто, это две крыши. Да-да-да, запыхался, я знаю. Конюшня разблокирована. Yeah! То, что надо. Блин, эту заразу еще кормить надо будет. Так, сюда три бревна. 36,8 и 44 доски. О, спрячь пока. Конюшня разблокирована, это шикарно. Так. 44 доски. А сколько досок делается из одного бревна? А черт его знает. Поэтому пошли. 20 штук я могу унести вроде как. Могу. Не быстро, но могу. А давайте я их сейчас приколочу, три бревна из этого, и все будет. Но зато дом будет уже с крышей дранчатый. А мне надо будет еще в доски упороться, чтобы всем поменять крышу. Тут уже есть. Да, можно было более простую крышу делать, но я решил уже хай-тек. Блин, одного бревна не хватает, чтобы быстро ходить. Вернее, одно лишнее. Курицы? Да не орите вы. Понятно, что жрать хотите, но я пока не могу вам назначить персонального насмотрщика. Но, кстати, не светится, что они есть хотят. Что, в принципе, нормально. Так, если известняком утепляются каменные дома... У меня каменный дом один есть, можно посмотреть. Тогда... Так, дрова, доска 2. А, R. А что, 34, наверное, будет, да? А этого мало чуть не хватает, да. Я знаю, что несу слишком много, но сейчас будет мало. А если известняком утепляются каменные дома, тогда да, можно всю штукатурку сейчас будет жахнуть на дома вот эти бревенчатые. Ну не сейчас, ладно, в этой серии уже вряд ли. Дом построить. Мне бы в этот дом кого заманить. Мне нужна птичница и, пожалуй, еще один сеятель нужен. Причем я возьму любых. Мне все равно, кто будет. Мне все пойдут. Вот плохо, что они хранят в сундуках вот именно вот на месте. Вот в лесопильной вот этой заразе. Потому что... Так бы я сейчас прям тут брал и пилил. И конюшню обязательно надо строить. У меня будут ищаки свои. Ну, у меня целый день, конечно, ищаков. Но будут те, на которых можно много возить. А много возить — это сразу деньги. Потому что я смогу вывозить на продажу до хрена всего. Весь свой урожай. Так, они уже идут спать, козлы. Смотрите. Опа, телепортировался. Зараза. Причем у меня ощущение, что телепортировался из моего дома. Ты там это... Не с моей женой, Болимир. И хряк оттуда же бежит. У меня дом или вертеп? Почему все выпрыгивают из моего дома? Мне страшно подумать, что там творится. Ну что, на ночь глядя, я, в принципе, могу пойти и людей к себе заманить, потому что они же сидят у костров. Я приду, так это, деревня хорошая. Отличный дом. В вашей деревне таких домов не строят. Да чтоб тебя, молоток.
Возможно, сейчас немножко досок найду. Может, там кто-то сделал. Не знаю. Кто-то сделал. А, слушайте, молотки. А, молотки-то тут. Пошли. Я аж медные молотки только крестьянам даю. Сам-то я с деревянным. Что такое? Так, молоток. Давай 4 будет. Так, а мне нужны еще доски. Так, что тут у нас? Так, одно бревно и 8 досок. То есть 5 бревен, иду опять пилю 4 доски. На жизнь-то никто не жалуется. Уменьшается количество бревен. Веток там просто гора. Я там прибавил веток. Надо будет еще немножко изменить. На этот раз пользу досок. Потому что... Хотя конюшня вряд ли из досок строится. Скорее всего, она... Она ж, первый раз я ее открыл. То есть она, по сути, первого тира. Так. Так и до шахты можно добраться. А нет, шахта, по-моему, как-то другим способом добывается. Это вот эти постройки добываются строительством, а шахта, по-моему, чем-то другим. Ну ладно, я ишакам рад. Как мало нужно для счастья феодалу. Ишаки будут и прекрасно. Так, ну весна-то скоро закончится. А поля не сеяны. Возможно, сеяны. Возможно, пока я тут... Радиоактивный свет отражается в озере. Возможно, пока я тут строил, они как раз там досеяли. Ай, отлично. Простой дом, все поперли отсюда. Мне хоть кого в него заселить? В таверне сидят. Ну, ладно. Жизнь прекрасна. А вот тут какой-то крафтер у меня. Почему он в открытом сидит? Я не знаю, это посуду кто делает. И почему амбар с соломенной крышей? Потому что вроде все пошло в деревянное. Я амбар не построил продвинутый, что ли? Вроде написано второй амбар. И мастерская вторая. Но при этом амбар с соломенной крышей. Странно все это. Бульк. Водички. Так, ну я должен до полуночи добраться. До деревни. И кого-нибудь позвать. Куда-нибудь. Квест короля так и не показывается. Я на него забил. Положил болт на короля. А король пропал. Там был где-то. Вот там вдали был королевский квест некий. Я его так и не взял. Ну, и все. И про короля я больше с тех пор ничего не слышал. Видимо, квест заключался в том, чтобы спасти короля. А я не стал его спасать. И короля у нас больше нет. У нас есть Юнигост, который налоги не пойми куда отсылает. Ох, Юнигостушка. Ох, я тебе потом продавать принесу свой урожай. Вот ты попрыгаешь без денег. Все деньги оттуда выгребу, я вам бартер устрою. Хотя сначала надо на ишака накопить. Блин, а они ж... А мне надо, чтобы они плодились? Мне ж не надо, чтобы они плодились-то. А еще я лоханулся и не захватил с собой... ничего на продажу. Ок. Чё, блин, с факелом напугал, дурень. Так, ну чё, биржа труда. Нистанка. А у меня новое поселение, Нистанка. С удовольствием, давай, увидимся там, пошла. Так. И чё, и всё? А, ладно. А, управление. Давайте заселим. Да, пустой дом. Так, ты у нас амбар. Амбар 2. Нет.
курятник. Скотник сельскохозяйства. А у тебя норм? А еды нет, дров нет. Ну, значит, сама разберешься, что у тебя там нет. Скотник, сельское хозяйство. Двоечка. Ну, она охотник на самом деле и кузнец. Ну, ладно, кузнец у нас свой есть. Так, разберется, разобралась уже. Ну, тут у костра пусто. Хищным прицелом обвел. Нету. А, давайте я цапну другую деревню. Ну, там, по-моему, я уже все. Ну, ближайшая деревня, я как пылесос просто вытянул все. А вот там... Хрен его знает. Давай, давай. Шагом бегом. А если нет, придется в дальней деревне идти. Но туда вот сейчас идти обидно, потому что мне нужен только один человек. Реально нужен один человек. А идти в дальнюю деревню, мы там красный огонек какой. Кто-то с факелом ходит. А я без факела хожу. Я не боюсь темноты. Вы что, все от костра разошлись, что ли? Вы охренели? А нет, кто-то сидит. Молодец, пришел. Далибор. Прощай. Далибор местный. Ты? А нет, не слышал ты ничего. Манфред, я понял. У вас в деревне ничего нет. А где же я мужика-то ей найду? Бараница. Это далеко. У меня он там кто-то в трактире сидит и квестует. Так, это все хорошо, люди. Ну что, я попытаюсь добежать. Мне надо. Мне деваться нет. Но тут нету никого. Тут, видите, тут все. Тут продаваны и все. Потом как-нибудь доберусь до дома. Так, однако. Лук. Я пока уберу. Ну, тут волки шалят же. Немножко. И кролики бегают через дорогу. Сволочи ушастые. Да-да-да. Судя по звукам, их леса гонит. Ну, тут правда они друг на друга не охотятся, но так просто. Там кто-то шипел мне в левое ухо. Возможно, шипел бы и в правое, но у меня наушники только на одно ухо обычно одеты. Ну, чтоб слышать, как я говорю, чтобы слишком громко не получалось и так далее. Когда я просто для себя-то играю, у меня на... полностью одета. Ну, или через колонки выведено, когда никому из домашних, чтобы не мешаю, ну, если не мешаю. Потому что совсем тихо через колонки это, ну, не очень. Лисы. Это лисы, фу. Лисы, ладно. Так, по-моему... Ишак стоит 2 косаря. И мне вообще вспомнить, где ишачьи деревне находится. Так, тут квестов до хренища. Ну, где-то в эту сторону ишачьи деревне находится, но я ишака пока не могу купить, я конюшню не построил. Тоже, в общем-то. С факелами ходят. Наверное, ведьм ищут. Так, и тут только девки на выданье. Бернадет. До свидания, Бернадет. И Бланка. 31 год. А Бернадет сколько? Значит, самое интересное, я не могу на них посмотреть. 20. Слушайте, я надеюсь, я двух девушек поселю в одном помещении. Будет смешно, если не поселю. Потому что она уйдет. Бланка. Поселите. Не хочешь сейчас со мной говорить. Вот коза. Так, ладно. Чего ты деревня? Тут, как эти, как
Нет. А тут козы, тут не ишаки. Тут же козы. А, ну так ночь, понятно. Я сам посмотрю, что у вас. Тут козлы. Баран. А, бяшки, то есть. Не козлы, бяшки. Блин, как я с ней лоханулся. Она теперь недовольная, она может уйти, у меня это статус деревни снизится. То есть мне срочно нужно бабахать еще один дом, да? Спасибо. Вот счастье-то. То есть девочка с девочкой не живут. А, старые патриархальные нравы. У меня еды, кстати, с собой нет. Ладно. Я добегу. В принципе, я могу на обратном пути жахнуть какую-нибудь меди. Тут пещера рядом. А переночевать я могу и у костра, если что. Это не конец сезона. О, там какой-то людь есть. Тут много людей есть. Вот куда надо было идти-то. Эй, люди, пустите! Пустите, люди! Так, ты? Стой! 20. Пойдешь. Увидимся там. Строгобор. Назовут же. Так, есть ли у меня мужики лишние? По-моему, нет. Да, видите. Эх, девушки-то мы можем его поселить. Амбар. Земледелец. Так. Иди. Тут еще дохренище народа. Два мужика и девушка. Я бы мог мужика назначить, но... он тоже будет недовольный ходить, пока я не построю дом. Поэтому давайте пока не будем этого делать. Так, и ишаков тут нету. Ну ладно. Я, пожалуй, заночую тут просто вот. Просто вот. Мне вообще надо бы у каждой деревни такой костерок такой сделать и там вот ночевать. Так, а мне еще камни бы, наверное, неплохо, да? Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Костерок, костерок. Он не низок, а не высок. Дорога. Вот тут. Простой костер. 16 веток. А жрать нечего. Хоть кролика надо было замочить. О! А я говорил. Померещилось. А тут королей, небось, нет. Лису какую-нибудь. Хоть что-нибудь. Ночью вообще ни хрена. Ягоды собрать. Ягоды неспелые. Не, ну в горах нету. Ну или деревни близко. Может поэтому. Пойду туда. Пойду туда, откуда пришел. Там что-то шипело, пищало, бегало. Мы хоть одного короля. Еще что, хреновые метки на карте нельзя ставить. Что тут пещера? Я бы тут. Где-то бы и заночевал. Кстати, костер так можно тут поставить. Вот у кого-нибудь есть. Я не по той дороге, наверное, бегу, да? Да, я сильно по верхней. Ай, ладно. Хоть что тут живое есть? Я вот сейчас на бизона соглашусь. Так, вот козлиная деревня. Товар, но у них тут нету. Нету. Так бы я просто еды в товар не купил, да и все. Да блин, мне сейчас проще будет до дома добежать. Ну, сморчки можно есть. Один раз. А серьезно, я его съем? Копейки. Так. Просто я уже вот
Ну, не то, что на полпути к дому, но я на верном пути к дому. Хотелось по меди приударить. Но жрать нечего, я к утру сапоги жевать буду. С водой это норма, а вот еды я что-то не озаботился с собой взять. Так, мне вот сюда правее. Блин, всю дорогу что-то... О! Стрел нет. Круто! Лиса, постой. Блин, я ее копьем не уделаю. Ну, побежали. Мужик какой-то ходит. Это рысь. Это не лиса, это рысь. Блин, стой, я с тебя шубу сделаю. Кошка позорная. Нет, лиса... Нет, да не, рысь. Так, где она? И сквозь землю провалилась. Рысь-оборотень. Серьезно, где она? На дерево залезла, наверное, да? Просто я не знаю, что они под этим имели в виду. Так, вниз. А, это, кстати, мой мужик-то шел. Так, инвентарь. Что со стрелами? Каменная стрела. Экипирована. Так, вот теперь бы и кошку бы. Но кошки нет. Да уже поздно, конечно. Охотиться. Я уж почти дома. Опа-на, вот он, козел мелкий. Так, два мяса, пойдет. Значит, ночую у шахты. Может, кошку сейчас встречу. Так, норм. Ну, мне в полях не привыкать ничего. А мужика, кстати, надо на амбар нацелить будет потом. С посевной как справиться? Немножко переназначить, чтобы в амбаре кто-то работал над всеми этими удобрениями, штукатурками, всем таким. Так, козлиные деревни, и мне к горам. А ослиные деревни, по-моему, самые дальние в этом ряду. Ну, туда несколько тысяч денег, а сколько, кстати, тысяч денег, а черт его знает. Не стоит соваться. Да, хватит запыхиваться. Под музычку. Делать уже, наверное, под утро. Так. Лук убери, чтобы не мельтешил. Так, и где-то здесь пещерка. Вон там, по-моему, с этим холмиком. Негостеприимные места. Вот она. Она. Все, фигачим. Так, мясо. Ну вот, пожрать приготовлю, там разберемся. С утречка меди копнуть и до дома. А сейчас навернуть. А где мясо? А уже мясо. Серьезно? То есть мясо вообще ни о чем. Ладно, дерево технологий. Тут я не особо продвинулся. Амбар 2, да. Конюшня. Приобретенные средства передвижения. Это ишаки. Так, а вот тут я чем? Добывая ресурсы, возводя постройки. А, то есть в жанре в этом, да? Хотя нет, я строил чего? Я строил... Погодите, я умею дровяной строить 2. Он 2500 вроде.
Экшахте. А, дровяной сарай 2 у меня вроде как есть. То есть у нас тоже строить, просто в этом жанре строить. А я дома строю. А дома не здесь. А, нет, дома здесь. Возникает вопрос, а какого хрена? Если дома здесь... Чем меньше шаги открылись. Непонятно, возможно, все дома качают. Любые дома, независимо. Ну что ж, все, спать. Мне какой-нибудь кошмар приснится на новом месте? Нет, кошмар не приснится. Ну что ж, на этом все, господа. Жмите, пишите. До новых встреч.